А я просто BMPro, и сегодня будем играть в симулятор, не качка, а симулятор бокса друзей. Это так просто переводится, но бокс, короче, с друзьями будем сейчас драться, все такое. Все мои друзья, не все, конечно, но это рандом. Также мне сегодня дали, на сегодня мне дали 10 фиг. Спасибо. Thank you, bro. А что у нас тут что есть? Бицепсы, кулак и кардио. В принципе, логично. Тут есть, значит, мои прям друзья, с которыми прям друзья. Которыми я прям играю почти каждый день. Их нету, к сожалению. Как понимаете, они разработчик армрестлинга. Как я понимаю, это не он. Но, в принципе, геймплей похож на этого. Ну, ладно, что делать будем? Давайте тогда будем прокачиваться, как минимум, потому что я хочу победить своего первого друга. А это, чтобы сделать, нужно, тоже бицепсы, трицепсы, все такое, короче. Ладно, сейчас будем качаться, жалко, что нету бесплатного авто... этого... поднимания штуки, короче. Так, думаю, давайте, не, десяточки хватит, и сейчас перейдем вот сюда, вот, в кардио. Это вообще легко же. Это вообще быстро. Не прям, что так быстро. О, спасибо, есть 2 силы. Ага, сейчас, здесь, лови. Так, значит, у меня уже есть 12, и сейчас пойдем кулак качать. Блин, такой звук, как будто бы я бью дерево. Не, ну серьезно, прям. Через 18 минут мне дадут опета. Плюс 100 тысяч побед, плюс 200 тысяч силы. А, это мне не дадут, это можно купить. Вместо того, чтобы я заплачу 499 робуксов, 4999. New update через день. Угу. Я получу этот. Вообще, тут что есть еще? Опа. Давай, бензопилу. Если мне сейчас раньше выпадет бензопила, я удивлюсь. О, 30 каких-то ангельских. Так, кошка, эксклюзив. Так, пойдем. Опа, все. Мне же 3 выпало. Мне же реально 3 выпало. Еще мне туда одного воду дали. Или это все 3 мне выпали? Сколько? Плюс, пацаны, я пошел качаться. Все, в принципе, уже всем жопа. Можем заканчивать ролик. Ролик. Я, да, пригласил друга, кстати. Это яйцо? Нифига себе, 200 робоксов подарок. Ну, как 200 робоксов подарок? Не рик выпал, самый такой. Мелкий. А давайте сейчас откроем два вот таких вот обычненьких яйца. Потому что, просто. Так, новая базовая кошка. Я не думал, что это прям новая. Но я думал, что все-таки это... что-то нормально. О, свинка. Это 20% нормально. А, слушайте, сколько могу водить максимум 3 питомца? Ну, кстати, которые я ездил. Давайте сейчас просто посмотрим, как я бицепс буду качать. Давайте просто посмотрим сейчас. Ой, нифига. Все, пацаны, я чисто, я топ-1 мир, я стану скоро. Так, сейчас тут не снимаю. Ну, 122 нормально. Let's go to cardio. Ну, сколько я снова раз? Нормально. Ну, все, хватает. И сейчас, значит, мне нужно там побить дерево. Также побить дерево. Не знаю, почему эти звук дерева. Либо такой пришел, я даю кому-то пощечину. Кому-то очень, который деревянный. Реально. Иначе ничего не могу сказать. Так, TFC-симулятор, чтобы бесплатно играть. Мне пофиг, знаешь? Так, давайте сейчас вот с ним посражаемся. У меня 5... А, нет, не 5000. Так, все, уничтожили его. Так, а ты сколько? Второй уровень. У тебя сколько? 750, я, в принципе, сейчас... О май гад! Я зарубил его! А что, что я сейчас играю на плосоте? Нет, нормально. Если я сейчас его победю, я не знаю. На.
Типа он мне почёщин дал. Типа я не могу, да, его уничтожить. Понимаю. Егор Шачка, здорово, братик. Ты на ютубе. Всё. Понимаю. А сколько, кстати, стоит вторую яйцо? 50. Много. Много, много, много. Так, давайте сейчас ауры. За 500 побед дым? 1-1? Не, ну, кстати, такое же... ауры такие же были в Arm Wrestling Simulator. У меня там самая крутая аура. Не знаю, почему она мне досталась, хоть у меня даже ее не было. У меня ее не было. Она дает там, не знаю, сколько уже забыл, ну ладно. Так, значит, нужно 50 побед. Ладно, let's go туда дальше. Мне дают тут по 5, что ли? А, 11, да, потому что это 16-15, если по 5 дают. А, я третий уровень, это, блин. Я тут думаю, чего у нас сразу побили? Так, Егорка, здорово. Ну все, я тебя даже перемудохал. Да, мне дают тут по 5. Вася, это сейчас тут, значит, до первого перерождения. Ну так, чисто вот, просто вот, до первого перерождения. Вот так вот чисто. Пяу, уничтожаем. Надеюсь, мы сейчас уже дадут на первое перерождение, да? Все, мы его уничтожаем. Так, сейчас еще дадут первое. Спасибо. Мне это очень сильно не поможет, потому что... Потому... Не знаю, в чем моя логика, но... В чем-то она. Я его сейчас, значит, буду. Все, я его... Хоть у него сила больше, но, понимаете, меня это не остановит. 50 у меня 374. Мне пофиг. О, скоро будет первое перерождение. Мне, кстати, очень повезло, что мне сразу такой пес выпал. Да, что вот, лайк, какого-то пета. Я теперь понимаю, почему здесь приходится взять на один, на одно колесо фортуны. Там 16 минут. Как все мой ролик, как весь мой ролик, как я планирую. Ну, ладно. А, так, давайте мы сейчас либо купим... Давайте чуть-чуть перерождение. Давайте играем. А, что, все, понимаю. А есть у меня же сейчас... А, точно. У меня так-то тут ничего не было. 1 кило. Так, let's go на 2 кило. А, нужно прям тратиться? Я думал по-другому, оказывается. Оказывается, нужно прям тратиться. Ну, давай сюда сейчас накупим на следующее. Вот это вот. А чё, я не копировал? Экипиров, всё. Сейчас, значит, давайте... Пятихаточку, да. Угу. И... Давай, тогда давайте сейчас ещё кардио. О, кардио вообще легко, мне кажется, будет. Давай тогда так же ещё на 500. Это чё? Кстати, да, вот это X2, это вообще чистая это имба. Например, у меня там 20 триллиардов. У меня там 20 триллиардов, а я их удваиваю, у меня 40 миллиардов. Ну, реально имба чисто. Типа, огромный пет, чё? О, блин, тихо уже. Ну, в принципе, мне уже нормально, у меня 1К. Тогда это точно про меня. Господи, ну что, сейчас это буду делать 3 часа. И мне кажется, я сейчас нафиг вырву того вот. Чейна. С легкостью, мне кажется, даже. Я сегодня... Блин, чё? Я не считаю, что я сегодня за этот ролик все-таки успею до перерождения сделать. Перерождение. Господи, у меня... Извиняюсь, у меня горло пересохло. Ну, я его... Чего? Я победил его? Нет. И только не пытайся даже брать. И сейчас оказывается, что мне дадут это побед за это. Понимаете, он меня с каждым ударом чисто вот... Он даже не сопротивляется. Каким образом? Я ему поможет. Ладно, я проиграл. Ладно. Мне хочется плакать.
Так, убью. В принципе, я уже на 1000. Ладно. Я его уже победил. Это было очень легко. Ну, здесь победа, конечно, трудно. Ну, давайте тогда я сейчас устрою нам таймлапс, в принципе, ну да. Даже не таймлапс. Я вам все это ускорю. И все это будет через раз. Я просто сейчас легкую местность выберу. А то как-то лень. Вот что называется лень. Раз, два, три. И так, собственно говоря, мы уже тут все, тут, да, мы тут все, да. А, кстати, да, вы увидите, да, что у меня что-то 30 тысяч, а было 1000. То есть я просто увеличился в 30 раз, да. Ну, смотрите, я тут так-то еще нашел немного такой баг. Немного такой баг. Смотрите, значит, тут хрупкая утка стоит 169 робоксов. А надо их 16 увеличить. Ну, их 16 вот этой штуки. Бицепс. Вот также есть кошка Наруто за 149 робоксов. И она дает 17. Либо, типа, просто они хотели спать. Либо просто не увидели. Но я не знаю просто реально, что случилось. Потому что эта утка стоит на 50 робоксов больше. Но при этом дает на X1 меньше, чем кошка Наруто, которая стоит 50 робоксов меньше. Сейчас логики, конечно, не понял. Также я с легкостью просто могу победить вот этого вот чебуречка. Прямо очень легкость. В принципе, понятное дело, я его сильнее. Очень сильно. Вот здесь я просто спокойно могу его убить. Вот так же я спокойно могу убить вот его. Спокойно. Я их даже убить не могу. Спасибо. Не убить, а уничтожаться. Уничтожать. Ну, как понимаю, этот випский вообще, в принципе. Очень легкий должен быть, потому что он 6,50. У меня такой уже есть, в принципе. Ну и все. Наш тысяч побед стоит город. Думаю, то, что там первый будет намного сильнее. Значит, да, я все-таки не залутал вот это вот. Ну, вот это вот, значит, к сожалению, вы этого не убили. Ну ладно. Значит, да, я могу даже и посидеть еще на пафакаш. Тигра, если 25 минут, хоть тут написано 35 минут, ну ладно. А что было? Могу, в принципе, сейчас пафакашить. Ну, так. В принципе, можно... А, точно, я же еще Ауру себе купил новую. И, кстати, да, еще вот здесь вот, значит, я залутал кота упыря. И так же давайте сейчас еще раз откроем эту штуку, откуда мне все время выпадает олени, просто тупые. Ну, я не сказала, потому что они тупые. Но мне вот только одни олени выпадают. Нет бы ниндзя, нет бы слон. Олен. Да. Кстати, да, там нет бы ниндзя, нет бы слон. Это прям шерифку сначала. Так, значит, давай сюда сейчас я еще. Значит, я его поуничтожаю. Так вот. Да. Все. Два раза хочу уничтожить. Значит, да, я там еще залутал. И у меня теперь есть, смотрите, чего. У меня есть аж 4 раза. Вот я вот так вот могу сделать, понимаете? Господи. Ладно. А если сейчас это вот у него эпический есть, ну чего? Обезьяна наконец-то хоть кто-то, ну хотя бы, конечно, не прям что вау, но это по крайней мере не олень. Ну, спасибо, вот такой вот. Ну, как покрякал называется. О, кстати, я же могу шайни с ним сделать. Ага, понимаю. Хоть по-моему. А, нет, он все-таки становится более белым. Очень белым. Также. Значит, тут есть 11 бобус, за 19 бобусов X2 сила. Либо это сила вот только бицепсы, либо это сила, в принципе, все. Если было бы все, я бы тогда бы стал бы два раза сильнее. И, возможно, бы смог тебя положить. Ну, может быть. Что ж, еще.
Но как вы называете? Как в игре Зона Игр? Чё? Новое обновление? Короче, 20 лайков. Сказал популярный ютубер 20 тысяч лайков. Но только 20 лайков. Выходит следующая серия, в принципе, этому. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!